год 364. Полчища царя царей Персии Шапуха вторглись в Армению. Войско Аршака II героически сражалось с врагом. Сражался народ. Но не было видно конца войне. И тогда Шапух обратился к Аршаку со словами мира. «Давай встретимся с тобой, и отныне будем отцом и сыном». И Аршак со своим полководцем Васаком Мамиконяном отправился в Тисбон. Но Шапух коварно схватил их и заточил в замок Ануш. Так поведал нам историк. С самого же начала своего правления задумал царь Аршак создать единое и могучее государство. Он основал для простонародья свободный город Аршакаван, пресек междоусобицы князей и стремился сохранять равновесие между двумя могущественными соседями. Невероятно трудно, почти невозможным было задуманное. Не стихало жестокое соперничество Персии и Византии за власть над Арменией, этим перекрестком между Востоком и Западом. А ареной кровопролитий неизменно становилась страна армянская. Год 356. В городе Аштишате созывается знаменитый собор, впервые принявший для церкви и народа армянского высшие законы и твердые каноны. Один из этих законов требовал не притеснять поборами непомерными крестьян Шинакана. Было положено начало благоустройству и просвещению страны армянской. А за 3 года до этого удалось Аршаку заключить договор с кесарем византийским Константином, который, скрепляя этот союз, выдал за Аршака Олимпию, невесту умершего своего брата. Миг краткой передышки для страны и народа. Весна надежд и веры в доброе будущее. И обновилось, расцвело и ожило, как раньше, царство народа армянского, читаем мы в древнем манускрипте. Thank you.
Парандзен, явившаяся на праздник в честь победы в траурном одеянии, была вдовой князя Гнела, которого по наущению соперника его Тиита Аршак приговорил к смерти. Парандзен просит царя отпустить ее в родной горный Сюник, но Тиит, страстно любящий Парандзен, советует Аршаку оставить ее при дворе. Thank you.
Константину наследовал Иовиан. Дабы устроить дела свои на востоке, заключил он договор с царем царей и тем предал Армению в руки алчных поработителей персидских. Постыдным назвал сей договор даже византийский хронист. Вновь нависла угроза над армянской государственностью, и кое-кто из князей Нахараров счел, что наступил удобный миг поколебать трон Аршака, отдать Армению на откуп Персии либо Византии и тем укрепить собственную власть в стране. Вот князь Спандарат. Он втягивает царицу в заговор против Аршака. Владычица, к послам царя не милости, Аршак. Недаром и к тебе он равнодушен. Но почему? Чем провинилась я? Родную, покидая Византию, я шла за ним совсем не ради славы. Любовь была моим поводырем. Царица, ты не одинока. О, как же ты прекрасна, Паранзен! Похожа ты на гордую богиню. Молю тебя, не хмурь свой светлый лик. Неужто зов мой так тебя печалит? Исполнила я волю твою, царь. Пришла к тебе, но я забыть бессильно свое незаживающее горе. Я знаю, ты достойна сострадания. Но в Сюник ты не вернешься, нет. Ах, это небо и река, и поле напоминают мне тот горький день, когда твоею страшной волей был лютой смерти предан гнел безвинный.
Супруг твой решил предать врагам свою отчизну и своего царя. О, нет, не верь. Изменник он. Неправда. И за это его постигла смерть. О, нет, кичливый царь. Я Гнела погубил не для того, чтобы Парандзем была наложницей твоей. Ты сам над пропастью висишь, а я Всевышней Божьей властью посажен буду на армянский трон. Oh!
Час отправляется на охоту.
думал Тирит. Нет, не газель преследует царь. Ему нужна Парандзем. И скоро Тирит об этом же скажет самой царице Олимпии. Oh,
сена Парандзема, Кашнамин мэр. Ир пахчел иш хануги. Пахчел иш цасун маркаи. Герк югат тох цасун ранси хасникес. Вачрир гес кез окна каз. Бузи миха бахи. Вачрир миха бахи. Я сам со мной пленеци, верник за мраж пронеци, вот за кезе место виру, кез паранзе. Могли подумать, Тирит, что Аршак воспламенится любовью к Парандзем. Могли знать, что, устранив одного соперника, Гнела найдет другого, более могущественного, самого царя Аршака. Так значит, нужно поколебить трон царя. Нужно добиться нового нашествия Шапуга. В душе Тирита созрела измена. Thank you.
Пленительная фея, твоя краса, твой облик неземной чаруют, околдовывают души. Ради тебя одной я предал Гнела, родного брата. Связан с ним союзом, я должен был взойти на трон армянский. И вот ради тебя, моя царица, иду на преступление, на измену. И от священной клятвы отрекаюсь ради тебя одной. Ради тебя. Yeah.
Oh!